Привет всем! Покажу, как красиво понести кутю на Рождество своим крестным, кумовьям. В общем, смотрите, сварили мы рис, добавили порезанный банан, яблоко, кубиками мед, ложечку, наверное, чайную, сливочное масло. Вот положили в обычную баночку. Баночку мы украсили серебристой ленточкой. И вот такими вот красивыми звездочками. Это из соленого теста мы делали на елку, на Новый год. Вот нанизали на ленточку. Вот таких три. Так, потом у нас еще были вот такие маленькие открыточки новогодние. И мы задекорировали крышечку. Крышечки у нас такой под цвет синеньких звездочек не нашлось. Поэтому, видите, мы вот так вот врезали крышечку. Ну, любую можно было. Нам, допустим, понравилось вот это в форме снежного шара. Взяли клей ПВА, приклеили. И вот так вот мы это все закроем. И вот такой вот красивый, как-то точно называется, красивый подарочек от крестника. Все, всем пока, с праздниками вас!